Новый сезон проекта «Хабаровск Сапиенс» выйдет в эфир телеканала «Хабаровск» уже в апреле. Сегодня лекцию на тему «Пушкинский код Родины, Отчизны и Свободы» прочитал доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики ТОГУ Вургун Мехтиев. О том, какие еще темы поднимут эксперты в новом сезоне программы, расскажем далее. В каком году родился Александр Сергеевич Пушкин? 1799. 1799. Свое первое стихотворение Пушкин написал в 6 лет. На каком языке оно было? На французском. Французский. Да, мне кажется, на французском. На французском 6 лет? Типа он гений, но не настолько же. Кому посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Я помню чудное мгновение, перед мной явилась ты и что-то там. И там дальше имя. А, да? Наталья Гончаровой. Я помню то, что вроде бы не жене, но так как я других не знаю, то давай жене. Императрица? Нет, не, точно. Значит, жене. Да. Наталья Гончарова? Да. Ответы на эти вопросы и другие, более сложные, узнали ученики 77-й школы во время съемок проекта «Хабаровск Сапиенс». Это цикл просветительских лекций от ученых, экспертов федерального уровня, которые делятся своими новыми исследованиями или погружают зрителей в малоизвестные области знаний. Сегодня в студии телеканала «Хабаровск» лекцию на тему «Пушкинский код Родины, Отчизны и Свободы» прочитал доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики ТОГУ Вургун Мехтиев. Слово обладает духовной сущностью. Знание того, что вот это слово есть в языке, этого недостаточно. Его надо пережить. Эмоционально, интеллектуально, духовно его надо пережить. Тогда оно станет твоим словом. Но «Хабаровск Сапиенс» не единственный познавательный проект телеканала. «Хабаровск здоровый», «Хабаровск культурный», «Социальный ответ», «Сильные люди», «Вырасти и съешь». Все эти программы направлены на просвещение зрителя. Прививать критическое мышление, умение работать с информацией – это задача в основном школы и семьи, но и мы, как средство массовой информации, конечно же, не можем остаться в стороне от этого процесса и делаем все, что в наших силах, потому что мы хотим, чтобы нас смотрели умные люди. Кроме лекции про пушкинский код Родины, в новом сезоне проекта «Хабаровск Сапиенс» зрители услышат и увидят художественного руководителя и главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра Антона Шабурова. Он расскажет про Сергея Рахманинова, как про самого русского композитора по обе стороны Атлантического океана. Доктор юридических наук, профессор Московского государственного университета Ольга Шевченко объяснит взаимосвязь искусственного интеллекта и права. Телевизионные версии лекции выйдут в эфир и на сайте телеканала «Хабаровск» уже в апреле. Яна Коробицына, Максим Ванаков, Максим Артиков. Смотри «Хабаровск».